Мы живем в экологически нехорошем районе. У нас не может быть органического земледелия. Поэтому я говорю, я вот использую и общепринятые вещи, да, и не общепринятые вещи, которые сейчас появляются. Я их пробую, но я при этом не буду говорить, что, вы знаете, я категорически за органическое земледелие. Либо вот эти слова, которые вы привыкли использовать. Каждый для себя он делает как, какое-то это вот органическое земледелие, объявив разными этими вещами. Понятно, нет? Не очень. Так, почему у нас не может быть здорового земледелия? Потому что мы живем. Вы снег сейчас видели? Снег сейчас видели? Черный. А много-много лет назад какого он цвета был? Белого. А это, опять-таки, слово «грунтовые воды» вам знакомо? Как вода попадает? Как может вот это к вам не попасть? Скажите мне, пожалуйста. А потом, я не знаю, у вас на садовых участках, опять-таки, большинство народа не может доехать, потому что там сугроб, да? Но, опять-таки, даже подъезжать... Очень много, вот у нас дачных участков же в пределах черты города, да, внутри города. У вас, я так думаю, то же самое существует. И это все, ну, просто вот стыдно смотреть на этот черный снег, а это соль, которую разбрасывают вниз. Вот. То есть, я не понимаю, почему вы не можете понять, как может не попасть. А кислотные дожди? Как можно вот полностью органически, чтобы это было, если присутствует повсюду химия? Не, даже если вы ее не будете использовать, она везде. В виде, вот говорю, кислотных дождей, в виде грунтовой воды, которые попадают с этими. Плюс, опять-таки, камни. Да даже пишешь отходы, компост бросаешь, который то же самое, там-то есть какие-то тоже вещества. Нет, просто это, как бы вы не хотели вот, жить в органическом земледелии, у вас не получится. Мы стараемся уже много лет. Но я говорю, вы стараетесь, но понимаете,